Привет-привет всем, кто заглянул на мой канал. Как вы поняли из названия, у меня сегодня обзор вот такой вот стерочки для удаления клея. Я думаю, многие ее знают, увидели обзоры других девочек, либо она сейчас вообще очень популярна. Если вам интересно лично мое мнение, то продолжайте просмотр. Вначале я протестирую, покажу, как вообще она действует, в принципе. Возьмем кусочек бумажки, вот акварелька у меня такая, которая с одной шершавой, с другой стороны гладкая. И вот какой-нибудь кусок дизайнерской бумаги. С чего начнем? С помпона. Давайте с помпона. Так вот я жирненько намажу тут. Не знаю, вам там фокус видно, нет? Так. И сейчас вот так вот я разнесу. Вот видно, что клей вышел. И сейчас буду ее стирать. Принцип действия такой. Она никаким волшебным способом не обладает. Она просто стирает. То есть это, по сути, ну как из названия понятно, она скатывает клей. Собственно, чем мы до этого занимались пальцами. Или я использовала до этого обычную стерку. Вот видите, она снимает, и тот не очень сильно. Клей все равно прилипает, много вылезло. Не двигаться, на месте стоять. В общем, вот так же скатывает. Вот эти вот колобочки остаются. Ничего такого быстрого сверх, что она там раз-раз и скатала. Нет такого. Вот я что-то уже так долго тру, я не знаю. Клея много. Короче, я для теста много клея вылила. Ну вот она скатала. Не до конца этот. Тестинг у меня странный. Со всех сторон аккуратненько. Вот вроде так. С помпоном как-то сложнее вообще идет. Помпон как-то сразу сильнее впиявливается. Ну вот почти все, чуть-чуть осталось, уже не стану. Вот и момент, ну вот такой. Давайте какую-нибудь бумажку возьмем, ну наклеим так же. И покажу. В общем, до этого я пользовалась либо пальчиками, как все мы, скатывать этот клей, либо я использовала резинку. Обычную стерку, но только не как в канцелярских. Не знаю, в канцелярских обычно тоже продают. Вот сейчас вылез клей. Сейчас я чуть-чуть подожду, чтобы он подсох, чтобы не так долго стирать. Вот такой стеркой я обычно пользовалась. Стоит она вообще дешево. Продается, не знаю, канцелярских нет, я покупала их в художественных магазинах. И как учили нас преподаватели, вот так срезайте под углом, чтобы были острые уголочки, ими удобно стирать. В общем, такой стеркой прекрасно стирался клей, но тут мне пообещали какой-то волшебный эффект, поэтому я и купила эту стерку. И, честно скажу, разочарована. Ну, вы уже поняли из названия. Ничего нового, все то же самое, с единственным тем, что здесь как бы мелкие, да, элементы, об которых идет трение, а здесь очень крупные. Если вам сейчас ее видно, показать, вот она такая вся рехленая, это по сути, о, Сева включил игрушку, я извиняюсь, по сути это как кусок резины. Вот, и сейчас я дотру, вот кристалл легче стирается, помпон труднее. До конца, не до конца. В общем, не такой уж сильный эффект, как обещали. И, честно скажу, когда начинаешь рьяно растирать, а рельеф здесь большой, стираться начинает и бумага. То есть, как если вы знаете из школы, да, когда терли какой-нибудь эластиком обычным, листок начинал испортиться. Вот и тут тот же самый эффект. Сейчас я вам покажу, как эта стерка мне испортила две работы. Первое, это холдер. Я делала для детских документов из кожзама. Приклеивая форзац, у меня вылез клей здесь. Но у меня же есть чудо-стерка. Я сразу рьяно начала ей стирать. И сейчас, если фокус наведется, вам будет видно, что вот здесь вот остались, так сказать... Ну, кожзам был потерт. Потерт, из него кусочки стали вылетать. То есть клей, когда скатывается, получаются же вот эти вот кружочки, и они корябают кожзам. Попыталась я вот это вот закрыть, там еще серьезнее было ленточкой. Надеюсь, заказчице
не увидит и не так заметит, да, не будет предъявлять мне претензии. Но факт остается так же, что я была в ужасе, когда я начала стирать, и у меня кожзам стал корябаться, царапаться. Хотя это переплетный кожзам, он хорошего качества, я с ним работала до этого и точно так же стирала на нем клей. И здесь клей, как раз помпон я помпоном приклеила, помпон он ядренее, чем кристалл. И вторая, это вчера вечером, я делала вот шейки тут, и здесь приклеивая вот эту вот часть, вырубку, вылез клей, я начала опять же чудо-стёркой тереть, и если видно, вот тут белая потертость, бумагу повело, ну, не повело, стерла. И вот здесь, хотя это тоже качественная бумага, это бумага от Эхо Парк, она плотная. Такая, качество печати у нее на уровне, да, то есть это зависит от стерки. Я понимаю, что если бы я стирала, наверное, и пальцами, так и ядрено, ну, хотя у меня ни разу не было, чтобы я так стирала пальцами и испортила, или чтобы я стирала вот такой стеркой, и я испортила. В общем, мне эта стерка не понравилась, вот эта. Я не понимаю смысла ее взять в любой ластик, который белый, да, не красит, и точно так же стирает клей. Многих обзоров девочек я видела, они хвалили и говорили, что это must have. В чем must have? Кто пользуется, объясните мне, чем она круче, чем такой ластик. Но это, опять же, я повторюсь, лично мое мнение. Может быть, кто-то к нему прислушается при покупке, да, кто-то, наоборот, решит тоже потестить, так как она не сильно дорогая. Самая низкая цена я видела 150 рублей в наличии в магазине. Кстати, сейчас кину ссылку, где она есть в наличии, если кто-то все-таки решит купить ее. Ну, а вам спасибо за просмотр. Еще раз скажу, оставляйте комментарии, кто уже пользуется, были ли у кого-нибудь такие проблемы. Ставьте лайки. Я рада, что вы со мной смотрите меня. Пока-пока!